Говорят, я маме в ходе к ветеринару, везде хожу, похвати в байке котика, а сегодня отвожу. Маленькая Белла радует маму и папу своими талантами. Что ни день, то новое увлечение. Вчера она учила стихи, сегодня увлеклась рисованием. Не отстают от сестренки и старшие братья. 11-летний Малик может похвастаться внушительной коллекцией медалей, которые он завоевал на турнирах по дзюдо. 4 года занимаюсь дзюдо. Мне нравятся приемы. Мне нравится дзюдо Беслан Мутранов. Мне нравится его приемы. Как ты считаешь, что самое главное, чтобы стать чемпионом? Трудиться. А вот Алиму больше по душе футбол. Он один из игроков местной команды. Алина и Мурат Хакуновы пытаются с детства привить своим ребятишкам любовь к спорту и творчеству, чтобы они выросли разносторонне развитыми личностями. Родители понимают, что главное не только верить в талант любимого чада, но и не жалеть силы времени на его воспитание. Когда любишь свою семью, это все легко как-то дается. Кажется, что не тяжело. Когда они здоровы, это самое главное. Кажется, все легко дается. Конечно, воспитание детей – дело хлопотное, но материнское сердце словно океан любви. Оно не знает устали, оно способно охватить заботой каждого ребенка. Именно в воспитании детей Алина Хакунова видит свое главное предназначение. Впрочем, справляться с хлопотами по дому и с маленькими сорванцами маме помогают старшие дочери. Я учусь в педагогическом колледже. Мне очень нравится быть с детьми, люблю их. Хочу работать в садике. Почему выбрала эту профессию? Постоянно была с ними, привыкла как-то, не знаю. С младшими братьями, да. Сестрами. Звонкие детские голоса и смех разносятся по всему дому. Мурат и Алина Хакуновы уже не мыслят жизни без озорных непосед. У супругов одна мечта на двоих, чтобы их дети выросли добрыми, порядочными, дружными и счастливыми. Я всегда мечтала о большой семье. У меня один брат, у него сестра только. И вот хотелось, чтобы семья большая была. А у нас дружная семья. Конечно, большой вклад вносят бабушки с дедушками. Большая им благодарность. Очень помогают в воспитании детей. В этой сплоченной дружной семье все друг другу служат надежной поддержкой и опорой. А все потому, что здесь царит настоящая любовь, которой не страшны никакие бури и невзгоды. Фатима Куршева, Далиль Мирза, Архыз 24.